Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology, я ведущий Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы вот о чем поговорить. Многие пишут мне, я пришел и мне назначили таблетки, или многие пациенты, пришедшие, соответственно, к нам в клинику, да, они разрываются, они приходят к иглорефлексотерапевту или приходят к мануальному терапевту, да, и им объясняют про такие мануальные манус, то есть это рука, да, методики лечения, вроде как без таблеток. Потом они приходят, допустим, ко мне, мы смотрим их кровь, я начинаю назначать таблетки, и многие спрашивают, да, соответственно, а как же лучше лечиться? Таблетками или вот какими-то такими, кто-то их называет народными, да, способами, вот, или физиотерапией, может быть, какой-то лечиться. И здесь не может быть, нужно понимать, не может быть однозначного ответа. Нельзя сказать, что вам поможет только врач-мануальный терапевт, или только врач-остеопат, или только врач-эндокринолог вам поможет, или вот ходите к реабилитологу, и все у вас будет замечательно. К сожалению, все заболевания, они бьют по разным системам нашего организма, да, то есть если взять тот же сахарный диабет, даже преддиабетические состояния, когда, как я уже говорил, у вас сахар достаточно еще невысокий, у кого-то может быть, ну, там, 5, у кого-то 7, ну, то есть речь не идет о таких острых состояниях, когда у вас уже гипогликемия начинается и так далее, но тем не менее, это уже сдвигает очень сильно метаболические процессы. Начинаются проблемы с лишним весом. Лишний вес может вызывать, соответственно, нарушения, соответственно, в костных структурах. Чисто из-за избыточного веса воздействие на костные структуры больше. Потом нужно не забывать, что в целом наш гомеостаз, да, когда у нас начинается диабетическое, преддиабетическое состояние, наш гомеостаз, он теряет свои изначальные настройки, так скажем, да, все мы помним такие настройки, в телевизоре было много-много разных настроечек, и были вот эти антенки, и вы все под них подстраивались, да, вот, по крайней мере, мое поколение должно помнить, под домашнюю антенну нужно было технично очень настроиться, чтобы изображение хорошее у вас было. И, соответственно, то же самое в организме, чтобы был хороший баланс, нужно все балансы и холестерина, и сахара, и общего анализа крови, все-все-все-все-все, вот это, еще многое другое, туда же входят и эндрогены, да, мужские половые гормоны, там много что еще, и вот все вот это, вот вся вот эта куча, весь этот пирог, он должен быть очень симметричным, очень должен технично быть отстроен. И если он не отстроен, естественно, это вызывает проблемы в вашем опорно-двигательном аппарате. Поэтому вам понадобится и мануальный терапевт, чтобы непосредственно вот эти косточки, да, все, он, так скажем, ну, как вы любите говорить, что ставит на место, да, это, конечно, очень немножечко так примитивно об этом мне говорить, ну, чтобы было понятно как-то, да. Вот. Ну и, соответственно, вам нужен и эндокринолог, вам нужен и реабилитолог, и вам много еще что нужно, поэтому вы приходите сюда, в клинику, а не обращаетесь куда-то к врачу дистанционно, или там вот к массажисту вы бы только ходили, и только бы там ходили, например, к врачу-мануальному терапевту, или кто-то не нужен был другой. Но для этого и создаются клиники, что вы можете получить целый комплекс медицинских услуг, так же, как и в больнице, на одном уровне с больницей, я даже надеюсь, что лучше, потому что у нас нет такой жесткой стандартизации, да, мы не лечим людей после того, как они уже заработали какое-либо заболевание, а вот как сейчас это модно, и я вот на это учусь, да, превентивный такой подход использую, то есть мы предупреждаем развитие заболевания. Если у вас уже сахар 5 утром, глюкоза, ну, конечно, это повод задуматься в первую очередь о вашем питании, может быть, о применении некоторых БАДов, которые помогут вам снижать ваш сахар. Ну, и так далее, точно так же с холестерином, и точно так же со всеми остальными историями мужских и женских половых гормонов и тому подобное. С вами был Medical Fitness Psychology, я жду вас на своих консультациях онлайн, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами здоровье!